2 июня, пол первого, наш лесной фонтанчик. Плитка неровно улучшена, лучше есть, но в жаркую погоду дальше очень хорошо, потому что кондиционирует место продуваемое. Вот эти вот все ямы показывают, где они. Почему дополнительную ливневку не сделали, слив, раз плитку не умеют ровно ложить. Все остальные нужны. Думаю, водичка тут еще подточит, а мы идем в другое место. Растения у нас сняли, это куча строительного мусора и материалов. То есть человек может их не высыпать и на скутере резаться и споткнуться. Это вообще какой-то песок. Ой, то есть по правилам благоустройства у нас 9.3, по-моему, по СНИП, то есть у нас прописано 7.17, 7.15, что должно быть ограждена вся площадка. Материалы должны выходить за площадку, должна определяться опасная зона. Ну, что-то, видимо, в нашем городе никто ничего про это не желает слышать. Палка какая-то острая. Копали, рыли, разбросали. Такие дела.